Страны ЕС перестанут переходить на зимнее и летнее время с октября следующего года. Об этом в Брюсселе сообщила комиссар ЕС по транспорту Виолетта Булк. Опрос 4,5 миллионов европейцев показал, что 84% из них против перевода часов. Правительство страны ЕС планирует принять решение об этом до конца нынешнего года, после чего отмену должны утвердить в Европарламенте и в Еврокомиссии. Однако этот процесс может длиться до 2 лет. Напомним, перевод часов на 60 минут вперед или назад практикуется в ЕС с 96 года. С тех пор не утихают споры о пользе или вреде этого процесса для показателей экономики и здоровья людей. Мы предлагаем прекратить изменение времени. Это компетенция Еврокомиссии, и мы сделали это. Решение об использовании у себя летнего или зимнего времени находится в компетенции стран-членов ЕС. Мы либо все останемся в летнем времени, либо те страны, которые решат еще раз перейти на зимнее время, переведут часы в октябре 2019 года. И все.